Хочешь тебе Алло. сказать секретную информацию? Давай. Когда мы ехали без 15-12, помнишь, тебе позвонил? Мы загружались в машину. Да. Нам надо было убивать вот несовершеннолетних женщин всех. Дети. А я знаю, у Ленка говорила. Уничтожение ей, полное сразу. Вообще просто. Стрелять нахуй. Ага. Я готов, но я, если честно, я хуй подохуел. Ну, что делать, Скажи, ты сам знаешь, я понимаешь, охуел, они... если честно. Слышишь, Витя, помнишь, мы когда дома были, смотрели новости, мы с тобой говорили на эту тему, кто был мирный, все уехали. Это да, но да, нам все объяснили. 14-18 девушек, Вот. похуй, просто наповал. Идем в зачистку, Вот. и это закрепление. То есть идет первый, и мы через 150 метров идем сзади. И занимаем позиции зачисткой. Мы дождались, бля, я не спал, Светка, 30 лихуем часов, ты представляешь? На мне 2600, а а я не знаю, дальше, тут война другая, Свет, ты даже не почему? Да, представляешь, ты что... говорил.